Ребята, всем привет! С дачи мы переехали в квартиру и продолжаем на нашем канале размещать вкусняшки. Сегодня будем готовить шейку на гриле. Я ее сейчас располосую на пластике, замариную простейшим маринадиком. Вот эта вот остренькая приправка у нас осталась, смесь пряных приправочек и соевый соус. Оно у нас помаринуется. Ну, до вечера, наверное. Сейчас время обед. До вечера вечером будем в гриле жарить. Там все покажем. Я его порезал на пласты. Вот такой вот толщины. Не толстые, не тонкие, в общем. Отбивать не будем, потому что оно всегда получается мягенькое и сочное из-за прослоечек в шейке. Сейчас замариную и до вечера. Остренькая приправка и соевый соус. Соли не будем вообще использовать. Вот обычный соевый соус. На гриле, когда его жаришь, оно нам нравится, как получается. Оно прям естественный у него вкус получается. Без масла. То есть масло мы не используем при жарке. Ну, там буквально немножко можно там помазать. Совсем чуть-чуть смазать нагревающие вот эти вот пластины гриля. И как-то, ну, вкусно получается. Естественный у мяса вкус получается. Поджаривается оно, быстро готовится. 20 минут, по-моему, там на гриле. И готово. Мясо промариновалось у нас. Гриль сейчас нагревается. В стадии разогрева. Нагреется сейчас. И будем выкладывать его для жарки. Поставили таймер на 18 минут. То есть 18 минут ему вполне достаточно будет. 230 градусов. Гриль у нас разогрелся. Сейчас мы немножко смажем. Немножко смажем маслицем. Так, хотя бы чуть-чуть. Вот так вот. И выкладываем мяско для жарки. Восемнадцать минут истекло, таймер нам пропищал, что приготовление окончено, достаем, закладывать будем следующую партию. Аж разваливается мягкая шейка. Вот такая красота получается. Следующая партия, ребят, готова. Получается обалденно. Мы уже с женой заценили одну партию, съели уже. Нормально получается. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Рекомендуем. Шейка на гриле.